строительству старого моста на улице 13 коммунаров приступили уже основательно, сообщил Минстрой Республики. Из-за ливневых дождей летом, а также, как отметил министр строительства Константин Илзаров, проблем с техникой сроки реализации объекта сдвинулись. Однако темпы строительного процесса, по словам министра, уже пытаются наращивать. Илзаров подробно рассказал о том, что уже удалось сделать к этому времени и что еще предстоит. Мох фестам хидабенше своята помердайт удон феста обоне бонай байдак тоже регуляса там рахастастам ерен захабенше костатаудаста удон набон уже дарттаркенен умам ма аше техника эл бастналастам ерен напри арцко баважит погода ват шиганани ви тахтах дуже сважик камала ма напората ма нанан ю апора каду ярастин на дуа дарма сважик кам ма Майами, да, комаудон дарора старшавой, регуляция танен графика ашиоза наведеста, пиша май техника ма арвитам, ма дуардам кенам, аласам, рласам, витахан, кома фавам ерен регуляция бентадар. Фалаграфик магаска уши костетасте, ин назе костета, ашиоз ахштиак дару, ша май хидан япралют нестроене ара старшава. Напомним, что возведение нового моста проходит в рамках реализации инвестиционной программы. Глава Минстроя отметил, что выполнение работ проходит в соответствии с графиком, отставания от которого пока нет. Подчеркнув, что погодные условия тоже сыграли исключительную роль в отставании от намеченных сроков. Баргана кубавахтайт фару нашафу наши костета фавен на технику дарнен кухнаметта набуна эркенен дарнауди. Фала обоне бунже мох нишвал проблема нолвенам. Умам мадарт таререн у нахи кушчетел баст, шамай хи дарттар саразави. Обоне бун дезардег нолканам умам манен ше пади саразен свайни машина буравоя. Уйнен ожер ше диарест, манен нише дезардег канинагис хиткай на саразав умай. Ашиаз я балачни пролет ваджени вард. В процессе строительства моста задействовано 2 единицы необходимой техники. Рабочие на объекте обеспечены строительным материалом. Над строительством моста работает 5 человек. Работа очень сложная, но, несмотря на все сложности, строители планируют к концу текущего года завершить все основные работы. В следующем году по завершении всех основных работ приступят уже к возведению балюстрадной конструкции и, что немаловажно, с сохранением исторической эстетики кирпично-каменной кладки. Мост по плану, как уже не раз было заявлено Минстроем, будет выдержан в осетинском национальном стиле. По проекту предусмотрены и пешеходные переходы. На время строительного процесса для жителей Левобережья здесь смонтирована металлическая пешеходная конструкция, временно соединяющая 2 берега реки Ляхва. Алена Утаева, Ринат Медоев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.